Ребята, всем привет, с вами Мангус, и это прохождение Rise of Tomb Raider. Ребята, я тут бегал, пока лутался туда-сюда, монетки пособирал, тут всякие ящики, там пару еще там... Два или три бессмертных мне попалось, пришлось их убить. Ну, ничего сложного не было. И я тут нашел, ребята, вот этот вход в пещеру, и тут где-то вход в гробницу, но также мне написали, что тут... находится экзотическое животное, и я так думаю, это у нас мишка, потому что рык такой был, еще рев. Поэтому давайте, наверное, сразу приготовим лук и попробуем его, да, вот поблизости экзотическое животное как-то убить. Вот он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, бери автомат. И давай. Лара, дробовик. Ну-ка, иди сюда, мишка. Ах ты, гадюка. Лара, лечись. Давай, 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 Лара, Лара. Подлечись, подлечись. Говорят, его ядом хорошо. Давай. На тебе. Давай, дробовик. Еще скачет туда-сюда. Есть. Да, с этим медведем было посложнее справиться. Прям какой-то гигантский медведь гризли. Сколько в него патронов садил с автомата, с дробовика, ему хоть бы что. Отлично. Так, делаем еще стрелы. Нам теперь 5 стрел доступно с ядом. Ну, возьмем вот эти стрелы. Так. Автомат надо перезарядить сразу. Патронов у нас маловато, да? Дробовик тоже давайте сразу перезарядим. Берем пока лук и пошлите дальше. Так. Где у нас вход в пещеру? Вот он. И тут вроде как должен быть также вход в гробницу. Ничего пока, кроме дохлого оленя, которого поедал мишка. Так, а шкуры-то нам уже и не нужны. Ну, пошлите. Давайте сразу инстинкт выживания включаем. Неизвестное место. Так, а мы тут ничего не прошли с вами? Не пробежали? Вроде нет, вот только что-то подсвечивается, да, нам тут? Синяя стеклянная ваза. Все еще в прекрасном состоянии. Таких, конечно, мало осталось. Ну да, ваза красивая. В коллекции сгодится. Так, монетки. Идем дальше. Что-то пещера, а грибочков нету, руды нету, ничего нету. Так,
стоять, Лара, подожди. Куда-то мы с вами пришли. Так, там внизу что-то блестит, вижу. Тут что-нибудь еще есть у нас? Ага, внизу что-то вон есть. Тут что-то есть. Нырк. Ничего себе, как ты ныряешь. Так, давай, плыви сюда. Железный кулон. Солдаты империи иногда вешали такие на пояс. Очередная реликвия. Тут где-то ящик был, да, еще у нас? Вот он. А, рюкзак географа, кстати, нашли еще. Найдены секреты. Так, ну один рядом с нами, прям за нами, да? Ну и больше тут я нигде их и не вижу, эти секреты. Мы вроде как все тут понаходили, или он тут один был. Кстати, у нас гробница на этой карте одна, да? И она у нас получается как последняя гробница. Так, а где же тайное место-то? А тайное место, давайте его сразу отметим. Оно что, тут рядышком где-то? А, нет, туда. А, вот оно. А, ну да, мы ж видели, как оно там это светилось. Так что рюкзак географа нам и нужен был, да? Мы можем побегать. А куда нам надо вообще? Так, оттуда мы пришли. Сюда куда-то, да? Дальше плыть надо. Давайте ныряем. Давай, Лара, уже побыстрее плыви. Обнаружим новую развалины под водой. Стрелы подобрали. Огненные, кстати. Все у нас теперь. Тут ничего больше нету, да? Ну давайте, может, что-нибудь расскажет. Так, ну рассказывать ничего не хочет. Кстати, мы можем с вами улучшить тут вещмешок, да? Большая защищающая позволяет нести с собой значительно больше вещей. Давайте ее изучим. Нам нужен мишка еще будет один. Где-то надо будет его искать. Не знаю. Так, с оружием мы можем что-нибудь улучшить. О, давайте дробовик, наверное. Дробовик. Уменьшение отдачи. Это что такое? Скорость зарядки. Пусть будет скорость зарядки. Потом автомат мы можем улучшить. Нет, пистолет. Нет, лук. Нет. Все понятно. И одно очко навыков у нас доступно. Давайте его в бойце сразу докачаем. Последний уже. Ну и все. Тут, наверное, чтобы все навыки прокачать, тут кучу надо там всего пособирать, да? Всякие реликвии, документы, все на свете там. Всяких оленей всех убивать там. Потому что нам за это очень много, ну, боже мой, дают очков опыта. Что-то тут взрывается непонятное. Так, ага. Тут какой-то газ. И
Понятно. Понятно. Палата изгнания. Называется гробница у нас. Что тут у нас есть? Интересненького. Одержимые. Тут занимались изгнанием демонов. В глубинах под святыми землями нашего города мы обнаружили источник скверны. Извилистые адские тоннели, изрыгающие миазмы зла. Признаки одержимости бывают разными, но метка демона всегда четко видна. Людей тянет к злым словам и поступкам, прочь от Божьей благодати. Тогда мы приводим их сюда, к самому входу в ад, чтобы изгнать демонов. Нам не всегда это удается. Зачастую от несчастных бедняк уже мало что остается. Тяжело терять хороших людей, но мы должны противостоять всем проявлениям дьявола. Священник из Китежа изо всех сил пытается помочь одержимым. Но это так всегда было. Кто-то не так, не туда верит, все, одержимый. Есть, конечно, да, какие-нибудь там чокнутые. Так, теперь нам надо куда-то сюда спуститься. Тут монетки вижу. Давайте сразу их подберем. Стоять. Так. Наверху веревочки. Вот эта веревка. Тут какое-то крепление. Тут есть что-нибудь еще? Так, нам подсвечивают. А, там решетка еще какая-то. С каким-то замком. А ну-ка. Не получается. Его что-то удерживает. Понятно. Так, а сюда? Нет. Ничего мы не можем. Лара, ты глубже не плаваешь, да? В общем, надо как-то придумать, освободить вот эту вот решетку, чтобы нам ее поднять наверх. Давайте пробуем вот эту штуку. Яд пошел, газ какой-то. А, кстати, смотрите, вода убавилась. А ну-ка. А если вторую? Где вторая? Не вижу вторую. Вот она. Так, и это у нас опустилось, да? Надо сразу две нам. Вода опускается, опускается. Так, тут что-то было взломать нужно. Ну, есть. Есть. Так, газ тут. Надо подождать, чтобы он прошел. Газ, потому что... Можем, наверное, травануться, да? Так, и вода появляется. Так, ну мы освободили. Освободили эту штуку. Давайте. Теперь, наверное, можно ее как-то поднять. Угу. Так, вроде достаточно высоко. Так, теперь сюда стреляем. Oh.
Может быть, я не с той стороны? Может, давай попробуем с этой стороны. Сколько тут людей погибло? Подумать страшно. С другой. Да, тут замучили, изгоняя демонов. Чулдобреков. Похоже, все правильно. Теперь попробуем. А что попробуем? Паран, что сделать надо? Так, кстати, я еще документик вижу. А ну-ка еще почитаем про это злочастное место. Сегодня мой рассудок ясен. Вчера он таким не был и больше уже не будет. Говорят, что во мне бес, что я одержима. В своем сердце я видела зверя, и он это и есть я, мой сломленный рассудок. Но жрецы не станут меня слушать, и я их не виню. Иногда они сами кажутся мне олицетворениями боли и ненависти. Настолько затуманены мои глаза. Я плююсь и вою, ведь я безумна. Но я знаю, что в сердце моем нет зла. Только болезнь, которую не излечит никому. Больная женщина ожидает экзорцизма, но знает, что он не поможет. Ясно. В общем, все. Все с вами ясно. Так. Что нам надо сделать? А нам надо, наверное, вот этот газ поджечь, да? Так, подождите. От него надо, наверное, куда-нибудь сюда подальше, да? Он тут распространяется, я видел, оттуда с подвала на всю комнату. Так, давайте вот эту сначала. Теперь вот эту вот. Теперь убегаем, ладно. Давай, наверх, 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 наверх. А теперь... Так. О! Отлично. Сработало. Пара, все у нас сработало. Еще что-то есть, да? Угу. О, еще ящичек тут какой-то. Лара, давай, оббегай его. Потом почитаешь документ. Сначала ресурсы. Рукопись. О боже, это... Это же формула греческого огня. Греческий огонь. Пламя огненных стрел и коктейли молота наносят больше урона и горячо настолько, что прожигают броню врага. И мы с вами еще, кстати, ребята, выполнили дополнительное задание. Пройти все гробницы. 9 штук. Гробница пройдена, палата изгнания. Палата, наверное. Не успел прочитать. Ну что, тогда возвращаемся обратно с этой гробницы, выходим. Вроде тут у нас ничего нету, только вот есть еще какие-то тайные метки. Ну, я их по пути назад, наверное, сейчас и заберу, пока буду выбираться из гробницы. Итак, выбрался я из гробницы. Погнали дальше. По пути там, ребята, собрал эти тайники с ресурсами. И нам теперь по сюжету надо... Попасть... Куда там попасть надо? А, пройти сквозь старые ворота. На карте вроде больше ничего нету. Тут еще у нас появилось дополнительное задание, там, не знаю, какой-то колокол обрезал.
и написали, что надо там пообрезать колокола. Также в этом ките же, чтобы пройти дополнительное испытание, там 5 колоколов надо нам отрезать. Так, ну давайте, пошлите сюда. Так, очередной базовый лагерь. Давайте тут сохранимся. Может, тут она что-нибудь расскажет. Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10 и еще столько бы слушала. Если бы только она не кончалась. Если бы у нас было больше времени. Да, воспоминания Лары об отце. Так, это у нас все прокачано. Выживание. Может, с выживания что-нибудь возьмем? Это что у нас? Улучшить огненные стрелы, чтобы... Ну, это вроде как не надо. Вот, я говорил, чтобы всадить стрелу для лаза в мягкую древесину, нажмите F во время прыжка. Эксперт-подрывник. Это что у нас? Ловушки. А с охотницы что нам тут доступно? Знаток лука. Добивая противника из лука в ближнем бою, вы увеличите шансы. Так. Давайте знаток пистолетов, что ли. А это... Находите больше боеприпасов на телах убитых. Давайте. Возьмем. Потому что с боеприпасами бывает у нас напряженка. Так, куда там нам дальше-то идти? Эти у нас вторые ворота. Тут что-нибудь есть? Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Так, фреску вижу. Эта фреска рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней. Угу. Этот она все-таки решила почитать нам, да? Эту фресочку, что она не написана. Такс. Берем лук. Наверное, ядовитые стрелы против бессмертных. Они очень хорошо от них дохнут. Что тут за лошадь у нас? Погнали дальше. Вроде как туда, да? Да, вот туда нам надо сквозь старые ворота попасть. Бронебойные стрелы. Получено новое снаряжение. Делать-то надо. Что-то нас... Опять эти бессмертные. На.
Так. Девка. А, вот они бегут. А кто нас стреляет еще? А, вот он ты. Зараза, да? Спустился. На. Теперь сверху опять оттуда вас стреляют. На. Лара, делай сразу стрелы. Есть еще чего делать? На. Так. Куда ты бежишь? Ай, Лара, в сторону. Промахнулся. Лара, делай стрелы, делай. Отлично. Давай, убегай. Стреляй. Да ёшкин кот. Убегай. Да стреляй ты, Лара, ёшки матрёшки. Ты не стреляешь, Лара. А, в тебя постоянно попадаю, да? Ай, бери, короче, дробовик, стреляй с дробовика. Заряжайся. Все, что ли? Фу. Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Ага, куда-то ты туда посмотрела, да? Понятно. Лара, я только не мог понять, почему ты не стреляла у меня седовитых. А, у меня стрелы закончились. Все, понятно. Лара, прости, что я на тебя сильно кричал. Ладно, будем вот с этого стрелять. Хорошо. Шкуры там нужны были. Тут что-то вроде светилось. Есть что-нибудь еще валяется от наших бессмертных? Банка нам не нужна. Вот еще остатки тоже не нужно, да? Давайте лук берем. Ну да. А наверх она у нас не запрыгивает, да? И сюда навряд ли запрыгнет. Или запрыгнет? Не допрыгивает. А если вот так? Не хочет цепляться. Нам еще требушет надо какой-то найти. А как они отсюда вышли? И тут ворота закрыты. Или они с другой стороны открываются?
могу туда как-нибудь наверх попасть? Навряд ли, да? А вот тут запрыгнуть смогу? Нет, не запрыгивает. Ну и ладно, пойдем тогда вот в ту дверь. И зря, что она туда посмотрела. Это у нас там что? А это мы, наверное, с вами упадем. Там газ какой-то идет, да? Короче, хана нам будет. Ну вот есть рычаг, да, чтобы открыть ворота. С той стороны нет. Лара, у тебя мало времени. Ты должна первой добраться до источника. Ты сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем. Но вместе победим. Иди. Ну, вместе мы победим. Так, давайте тут сначала побегу быстренько. Сейчас все залутаю. Посмотрю, где тут что есть, где что нету. Тут труда можно подобрать. Тут реликвия у нас очередная. Серебряная ваза. Ей много пользовались, и она многое повидала, но на ней примитивное изображение пророка. Должно быть, они начали торговлю с другими народами. На Якова что-то он там не сильно похож. Ну и все, тогда возвращаемся обратно. Вот тут просто спрыгнем и там перебежим. По лестнице поднимемся. Так, и нам надо добраться до трибушета. Я так понимаю, это вон туда. Угу. Так, давай. Есть. Оба. Теперь сюда. Полезли. Так, теперь вот сюда. А в чем дело? Надо добраться до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Угу. Такс, такс, такс. И... А, и, наверное, прыгнуть сюда надо просто. Лара, просто туда запрыгни, да и все. Ага, готово. Так, понятно. Стреляем сюда. Ну, давай вот сюда. Потом куда-нибудь вот сюда. И погнали.
Ой, Лара, залази. Я что-то не туда, что там обрушилось все. И есть. И сюда давай. Оп. Готово. Так, трибушету мы забрались. Погнали. А, в другую сторону. Давай, Лара, давай, крутим. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Ну и как? Так, отсюда ты лук не берешь, да? Если только подвести его туда нам обратно. И туда перепрыгнуть, да? Чтоб можно было сдернуть эту веревку. Ну, вот так, наверное. Тихо, Лара. Так, тут ящик сразу заберем. С ресурсами. О, грибочки, это хорошо. Так, ну давай. А ты ее сюда пригвоздила. Сюда. Что-то непонятно. Дергай давай, Лара. Опять ты ее сюда прицепила. Ну, давай подальше отойдем вот сюда. Так у меня не хватит сил. Если повернуть требюшет, он потянет за веревку. Все понял. Могли бы и сами догадаться. Могла бы не подсказывать. Все еще можно повернуть требюшет. Да. Может, так я туда доберусь. Отлично. Получилось. Пора снести врата. Поворачиваем. Ну, кажется ровно, да? Ну, хорошо. Если что, повернем. Огонь. Ну, как полетело хорошо. Лара, давай еще разок. Это что за гады такие? Попала. Нужно еще разок.
Так, теперь нам надо туда добраться, да? До другого трибушета. А ну прицелься. Сейчас я вам говню дам. Так, двоих мы мочканули. Только мне нужно вот эти стрелы. Хорошо. Те уже у нас не стреляют, полегче. Такс, такс. А нам туда ли? Прыгаешь как-то коряво. Такс. Теперь вот эту подвинуть надо. Я так полагаю. Давай, побежали. А ты с шифтом тут бежишь? Нет. Ой, как бежит, виляет своим красивым местом. Так. Ну, давай. Теперь куда? А, теперь вот на эту, да, штуку. А теперь что ты мне предлагаешь? Давай. Сюда. Нате вам. Два раза такие. На тебе. На тебе еще раз. Ну, а там наверху, наверное, еще один, да? Как всегда. А нет, все, бегает нормально. Так, разрушительница ворот, разбитый лед, сковывающий механизм трибушета. Этот лед надо разбить, да? Ну, давайте. Вот так вот. А что дальше? Есть еще где-нибудь противовес повесить нам? Что-то я ничего не вижу. А, вон нам подсвечивается наверху. Хорошо, только я сюда еще хотел быстренько сбегать. Посмотреть, что тут. Ара, давай, побыстрее. Угу. Тут вот есть ресурсики. Отлично, монет. Осада Кити же, наверное, длилась многие месяцы. Наверное. Так.
как нам туда наверх-то перебраться? Давай, залази. Может, сюда запрыгнуть? Так-то. О! Давай, побежали. Телёп. Классно она бегает. Так, вот веревка, да, вижу. Это мы отсюда потом спуститься сможем. Тут что-нибудь есть еще у нас? О, рюкзак географа нашли. Спрятался тут под завалами. Найдены секреты. Сколько много секретов еще. Ну, в принципе, не так много. 3 штуки всего мы пропустили. Ладно, черт с ними. Так. Тут, наверное, надо так вот стрелять, да? Это сюда. Это уравновесит стрелу. Угу. Хорошо. Все, спускаемся отсюда. Давайте. Ну и что-то она не собирается уравновешивать. Это что такое тут еще? Ну давайте эту. Так. Там вот бежит вода. Может, ведро воды надо вот этот, в этот чан набрать. Давайте вот так вот эту попробуем еще подтянуть. Так, ну что-то оно стало немножко выше, да? Немножко выше стало. Так, Лара, что нам дальше делать? Открыли. Вода медленно выливается. Нельзя ли этим воспользоваться? Ага. Только нам надо как-то туда будет запрыгнуть. Все, понял я. Понял. Закрываем. Теперь мы обратно в воду набираем. Ну, Лара. Давай, дергай. Во, вот так вот. Да. Вот так вот. Вот он лед, да? И нам надо будет открыть. Только нам надо как-то туда перепрыгнуть. А, вот тут, наверное, сможем перепрыгнуть.
Вот так вот, да? Не, назад. Нам же открыть сначала надо. Вот так открываем. Теперь бежим, прыгаем. А теперь прыгаем вот сюда. Чуть повыше. Куда повыше? Получилось. Лара, мы все уже разбили. Давай, спрыгивай. Погнали. Наверх. Давай, второй выстрел будем делать. Опять какая-то... Опять бессмертные. Лучники. От них нужно избавиться. Только прицелись. Ага. Мы можем с требушета, да, их пострелять. Ну, держите, ребята. Как здорово. Так, где еще? Где-то еще стреляют. Хлопцы. Ага, вот вижу. А ну держите. Еще вот вижу. Спрятались там. Их почти не видно. Так. И... Яблочко. Ну что ж, с воротой отразите нападение какое-то теперь. А вот я хотел посмотреть, вот этот сигнальный огонь мы сможем требушетом раздолбать? А ну-ка. Промахнулся, наверное, да? Испытание, жги, детка, жги. Зажгите сигнальную башню с помощью требушета. Ага. Одна из пяти. Вторая. Ну, остальные, наверное, потом вернемся, да подожгем. Давайте рушить ворота. Разрушать. Так, наверное, еще чуть-чуть повернуть. Да, вот так. Полетела, родимая. Отлично. Пересеките мост теперь. Так.
Путь открыт. Ну, теперь нам до ворот надо добраться, да? Давайте, погнали. Другой путь какой-то у нас. Не так, как мы сюда залазили. Так, и добрались мы с вами до ворот. Давай, Лара, побежали быстрее. Вот этот крюк. Прошу прощения. Тут все рушится. Просто незаменимая вещь вот этот. Что тут? Еще что ли? Да сколько можно? Одолейте воинов бессмертных. Смертные еще. Ну, где он там? А, можно вот такого убить. Отлично. Пора, убегай, 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 убегай. Делай эти стрелы. Давай, убегаем. А, вот они вы. На. Нате вам. Еще что ли? Тише, Лара, тише. Ты хоть не убейся. Лечись давай. Отброс! А, нет, Лара, делай стрелы. Не заметил, что у тебя стрел нету. Думаю, что ты опять мне не стреляешь. Где вы? Давай вот сюда, наверх залази. Лара. Где ты там? Да. А, не то слово, да. А вот и троица, пожалуй. Лара, троица прорвалась! Мы не... Хорошо, хорошо. Софья, сейчас мы и с троицей разберемся. Сейчас я тут пособираю только все.
по-быстрому. Там вон крики идут, они троица с бессмертными воюют. Так, тут что-то было. Ящичек надо забрать. Итак, погнали дальше, да? Я хотел, в принципе, запись остановить, но все-таки интересно, что будет дальше. Или... не будем останавливаться. Так. Давайте. Нам нужна стрела. Сюда. Повыше я смогу. Да, смогу. И потом куда-нибудь туда еще запульнем. Полезли. Так, теперь куда-нибудь вот. Давайте сюда. Ну и на всякий случай пониже. Вдруг не допрыгнем. Погнали. Не допрыгнули. Теперь давайте сюда. Есть. Теперь вот туда. Теперь куда-то надо лезть. Что нам вообще по заданию надо сделать? Поднимитесь на башню. Давайте. Пока на нас никто внимания не обращает. Они там между собой воюют. А, это сломалось, да? Так, хорошо, значит, повыше давай. Все, на месте. Вроде как на месте. Теперь туда. Отлично. Погнали дальше. Стоять, Лара. На всю сторону. Пока ползем, никого не трогаем. Нас никто не трогает. О, чуть не прилетело по нам. Так. Теперь туда. Я тут не был. Я тут не был. Так, Лара, давай, держись, держись. Куда нам? Сюда куда-то. Какой-то путь у тебя странный. Ты лезешь, лезешь. Так, теперь что? Ну давайте вот сюда. Повыше. Потом куда-нибудь вот сюда. Ну там вот сюда. Сразу. Так. Теперь наверх. Теперь сюда. Так, тут, наверное, на всякий случай еще вниз бахну. Есть. Теперь наверх.
телепортироваться, да, кажется. Да. Погнали дальше. Полезли, полезли. Просто интересно, много еще лезть надо будет. Так, куда нам? Ну, давай. Вот сюда. Потом куда-нибудь повыше, да? Сюда. Ну, полезли. Троица там орёт, вторглась. Лара промахнулась. Ну как ты не попала на льдину? Поровней как-то, прыгай. Есть. Хорошо. Полезли. Так, очередной лагерь. Тут что-нибудь еще есть? Нету. Давай туда. Достигните вершины башни восхождения. Но мы пытаемся, лезем. Пора, побыстрей. О нет, 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 нет! Держись, держись, а, держись, черт! Держись. Камни падают, мы, наверное, потом назад фиг залезем, да? Вон снизу бегут. Вот бессмертные вроде бегут, да? И тут карабкаются наверх, куда-то лезут. Оп-оп. Как ниндзя. Да, бессмертных много. Ну, давай, Лара, полезли, пошли. Тише. Я только не могу понять, Лара, ты сама идешь или я там бог управляю? Я просто держу кнопку. Тихо. Ну, прыгай. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Держись, держись, Лара, держись. Троица стреляет, тут трибушета стреляет во все. Полезли, полезли, полезли. Полезли, Лара. Хватит уже падать. Вот и бессмертные до Троицы добрались. Окружены! Отступаем! Давай, Лара.
Залази. Кошмар. Оп, спряталась такая. Еще один полетел. Лара, давай, 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 давай. Отлично. Лед рушится, все рушится, Лара. Давай, тут быстрее, тут думать не надо. Быстренько надо, надо быстренько. Хорош думать, куда лезть. Вверх надо лезть. Так, и что ты прыгаешь? Прыгать туда? Давай, Лара, полезли, 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 полезли. Я тебе говорю. Ух ты! Пинай его! Пинай его, пинай! Стреляй, стреляй, стреляй в него! Фу. Лезем дальше. Да, тут война кругом идет. Бессмертные сражаются. Троица. Анна. Лара! Софья! Пригнись! Где ты? Лара. Мы поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, Софья. Мне любая помощь пригодится. Так. Тут уже троица пошла, да? У нас потеря! Еще какая? Только ты и я! Давай, мы с бессмертными сражались. Так что нам все равно. Так, там этот огонь. Погнали дальше. Так, Лара, перезаряжаемся сразу. Сюда! Так, грибочки. Вы ее обошли. Где вы там кого обошли? На тебе вот так вот. Граната! Хорошо. Идем дальше. Ох, сколько вас тут много. Как вам греческий огонь? Несем потери. Замучили. Лара, лечись. Так, вот так. На.
На. Да куда ж ты? Ладно, все, погнали их мочить. Так, ну до башни мы добрались, да, нам теперь строиться надо, воевать. Сколько много лута. Тут есть что-нибудь? Грибочки. Погнали дальше. Лара! Найди укрытие! Мы начинаем обстрел, а ты на открытом месте! Дороги назад нет. Я почти у цели. Надо идти дальше. Ух ты! Так. Тут же ж вроде только что бессмертные были. Лара, давай вот сюда. Выхожу, прикрой! А, ты тут еще живой. Так, лечись. Лечись, Лара, лечись. Засранец такой. Своими гранатами. Сколько у тебя их там? Отлично. Собираем. Погнали, 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 Лара. Еще что ли там? Прикрой! Ложись! Мочи ее! Я в укрытии! Еще потери! Я подозрела! Тихо! Берем лук. Прикрой меня! Лечимся! Ага, еще один. Дело, дело, Лара, стрелы. А где там еще? Гранаты швыряет. А, вон он ты. Черт. Прям в голову. Ха-ха.
О, Софья помогла. Отлично. Поводила стрелы. Спасибо, Софья. Отличный выстрел. Куда трупы пропали? Вот так вот и полутаешься, блин. Трупешник какой-то, да? К нему не подойти. К этому тоже. Тут что-нибудь взять можно? Тут война идет, а у меня лут превыше всего. Хорошо. А этого? Тише, тише, Лара. Давай, лечись. Это что, грибочки? Точка невозврата. Дальше лагеря не будет. Быстрый переход и улучшение характеристик игрока не будут доступны до завершения сюжетной кампании. Нажмите E, чтобы использовать лагерь. Так, ну что, ребята, на этом тогда мы прервемся. Продолжим в следующей серии, да? У меня там целых 3 очка навыка доступны. Так, автомат можем улучшить? Можем. Скорость стрельбы. Тут нет. Там нет. В навыках. Давайте, тут охотница будем. Смотри, давайте вот этот возьмем. Потом давайте возьмем знаток лука. Еще одно, да? Давайте что-нибудь в выживании возьмем. Это что у нас такое? Давайте вот это. Итак, ребята, продолжим мы, в общем, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем, кому понравилось, поддержите видео лайками и комментариями. Кто впервые на канале, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну а с вами был Мангуст. Всем пока-пока.